В олимпийской столице борт приземлился в районе 9 вечера. Таким образом, святыня оказалась на курорте даже раньше, чем в Москве. Сопровождали огонь из Иерусалима в Сочи абхазские церковнослужители, так что лампады отправились и в храмы соседней республики. На сочинской земле его встречала местная делегация во главе с председателем городского собрания Виктором Филоновым и мэром Анатолием Пахомовым. Традиции привозить эту святыню в Сочи уже не первый год. Лампады с благодатным огнем в храмах будут гореть постоянно. У всех верующих есть возможность не просто прикоснуться к нему, но и взять частицу домой. Такую же лампаду с благодатным огнем встречали и в Краснодаре. Там делегацию встречающих возглавил губернатор Кубани. Отстоял Вениамин Кондратьев и всенощное богослужение.